Алматинский метрополитен был открыт 1 декабря 2011 года и сейчас имеет 11 станций. Большинство станций находится глубоко, мобильной связи здесь нет, но есть очень слабый Wi-Fi. Проезд стоит 80 тенге, как и на всех других видах общественного транспорта города. Метро обслуживается 15 составами корейских поездов Hyundai Rotem. Они удобные, но ходят не быстро, 40 км в час. Время в пути между конечными станциями составляет 25 минут. Объявления в вагонах объявляются на трех языках – казахском, русском и английском. Будьте осторожны, двери закрываются. Следующая станция – Райымбек-Батыр. Первая станция в нашем пути – Райымбек-Батыра, односводчатая, глубина 5 метров, островная. Названа в честь борца за свободу казахов от джунгарских захватчиков. Станция украшена казахским орнаментом и картинами с Райымбек-Батыром. Следующая станция в нашем пути – станция Жебек-Жулэ. Жебек-Жулэ в переводе с казахского – «шелковый путь». Станция трехсводчатая и находится на глубине 30 метров, оформлена в стиле Великого шелкового пути. Третья станция – Алмалэ, в переводе с казахского – «яблочная». Трехсводчатая, находится на глубине 30 метров. На ней мы можем увидеть панно с яблоками и портрет Нурсултана Назарбаева на фоне яблок. Следующая станция названа в честь великого казахского поэта Абая и находится на глубине 78 метров. Самая глубокая станция метро. Пятая станция метрополитена оформлена в стиле космодрома Байконур. Находится на глубине 20 метров. Здесь мы можем посмотреть кадры с Байконура. Шестая станция названа в честь театра имени Мухтара Ауэзова, казахского писателя. Находится на глубине 30 метров. Украшена очень красивыми люстрами. Станция Алатау является последней станцией первой очереди метро. Двухплатформенная, находится на глубине 5 метров и показывает горные хребеты Алатау. Станция Сайран была открыта 18 апреля 2015 года и является первой двухуровневой станцией метро. Сайран находится на глубине 11 метров, около озера Сайран и одноименного автовокзала. Девятая станция Москва также находится на глубине 11 метров и также двухуровневая, названа в честь столицы северного соседа. На стенах станции можно увидеть достопримечательности города-героя Москвы. Станция Сарыарка была открыта 30 мая 2022 года и находится на глубине 33 метра. Названа в честь казахского мелкослупочника Сарыарка, находящегося в центре страны. Последняя на данный момент станция метро, названа в честь казахского воина времен Великой Отечественной войны Бауржана Момышева, украшена его портретами и находится на глубине 16 метров. Сейчас строится еще одна станция и проектируется три. Алматинский метрополитен работает ежедневно с 6 утра до 12 вечера.